Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь. Гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. И вы оставите свои лайки, напишите комментарии не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появится новое видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, привет, ребята, девчата, мастера, мастерицы. Огромные слова благодарности за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши идеи. Спасибо вам большое. Я сегодня к вам с новыми ниточками. Я такими ниточками еще не работала. И, естественно, с новым узорчиком. Итак, смотрите. Ниточки, и, опять же, поправляйте в комментариях, если я неправильно назову, да, Визель. Рейнбоу Ангора, я так понимаю, что это Ангора разноцветная, да, видите, она та же, секционного окрашивания, от темно-такого коричневого до светло-бежевого, очень интересно, посмотрим, что получится. Итак, что это -то за ниточки, в 100 граммах находится здесь 550 метров, и читаем состав, итак, 15% махер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть, и, смотрите, 60% акрил. Очень интересно. На первое впечатление, как бы, мягенькая, удобненькая, не сильно пушистая. Посмотрим. И смотрите, здесь производитель говорит, что берите крючок э, из спицы 5-6 мм. Вы знаете, я даже попробовала 3,5, мне показалось очень, ну, для моего узорчика, для моего узорчика очень сильно воздушно и рыхло. Я хочу сделать узорчик поплотнее. Я хочу, естественно, в силу состава этой пряжи, да, я хочу сделать, чтобы это был, как бы, зимний вариант узорчика. Схемку к узорчику я прилагаю, как всегда. Смотрите на схемку здесь в Ютубе. Если что, кому необходимо, я вам продублирую в Инстаграме. Так, схемка, в принципе, читабельная, несложная. Давайте пробовать. Итак, гляньте, какой моток, да? О, большущий. Так, кто давно на канале знает, да, что я делаю небольшие образцы. Ну, буквально вот в районе 30 петелек. А у нас сегодня, смотрите, если я беру крючок, да, я решила взять троечку. И если я беру крючок троечку, и как бы давайте возьмем 40 петелек для нашего образца если вы посмотрите по схемке да то по схемке получается раппорт узорчика составляет 10 петелек. поэтому давайте мы с вами наберем получается 4 раппорта то есть это получается 40 петелек и сделаем еще две дополнительные петельки ну, чтобы узорчик красиво закончился хорошо Итак все как всегда вначале мы делаем петельку фиксации ее получается мы так, раз, зафиксировали, и ее при наборе петелек мы не считаем. Итак, сорок две воздушные петельки. Поехали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, тридцать, четыре, тридцать, пять, тридцать, шесть, тридцать, семь, тридцать, восемь, тридцать, девять, сорок, сорок, один, сорок, два. Вот наш будущий образец. Итак, давайте мы для начала сделаем вспомогательный ряд. Да? Опытные мастерицы могут уже приступать непосредственно к узорчику. А новичками давайте мы сделаем один ряд, просто чтобы нам было легче потом работать с узорчиком. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид в пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки, несложно. Опять в следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки. Накид, в следующую петельку опять ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки. Вот. Не пропускаем ни одну петельку цепочки. Да? Новички отрабатывают навыки провязывания столбиков с накидами. Если вам удобно, вы можете провязывать вспомогательный ряд из столбиков без накидов. Да? Столбиков, номер полустолбиков с накидами. Как вам удобнее? Самое главное, чтобы мы с новичками не запутались в воздушных петельках узорчика. Итак, смотрите, не забывайте, что первые три петельки подъема это тоже столбик, это имитация столбика с накидом, да, поэтому мы его тоже считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть сейчас я провязала уже семь столбиков, провязываем до конца ряда столбиками. В конце ряда я вас встречаю и продолжаем узорчик. Угу, давайте. Так, вот наша дорожка готова. Дальше что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И смотрите, здесь получается, вот мы провязали, да, за верхушку первого столбика. Теперь беремся за верхушку второго столбика и провязываем столбик с накидом. Две петельки, две петельки. Накид, следующий столбик, второй столбик, такой же столбик с накидом. И третий столбик с накидом. Есть три столбика с накидом. Далее, две воздушные петельки. Раз, два, и в столбиках пропускаем 2 столбика раз, два. В третий столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем в столбиках 2 столбика, раз, два. И, получается, в третий столбик ныряем. И провязываем столбик с накидом. Раз. За ним следующий столбик. Столбик с накидом 2. И за ним следующий столбик, столбик с накидом 3. 2 воздушные петельки. Раз, два. И смотрите, сюда же, в этот же столбик, да, где мы только что провязывали столбик, сюда же ныряем и провязываем столбик с накидом. У нас как бы формируется вот такая вот рогаточка. Да? Дальше следующий столбик, в следующий, ныряем и делаем столбик с накидом. И третий столбик точно так же столбик с накидом. То есть у нас получится вот такая вот картина. Получается вот эти вот первые три столбика. Первые три столбика вот это. Это и есть вот эти вот самые первые три столбика. Понятно? Все. Дальше получается идет только повторение. Две воздушные петельки. Пропускаем два столбика. В третий ныряем, провязываем столбик без накида. Две воздушные петельки. Два столбика пропускаем. В третий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. За ним столбик с накидом. Два. И за ним столбик с накидом. Три есть. Далее две воздушные петельки. Раз, два. И сюда же, сюда же опять ныряем, делаем рогаточку. Столбик с накидом раз. Следующий столбик, столбик с накидом два. И следующий столбик с накидом три. Все, вот это вот и есть первый ряд. То есть вы переключаетесь вот от столбиков, да, с рогаточкой. Потом делаете арочку, столбик без накида, арочку. Опять столбики с рогаткой и так далее. Опять будет арочка, столбик без накида, арочка. Понятно? Вот. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится... Так, смотрите, вот провязали практически до конца. Как мы заканчиваем наш ряд. Получается, вот мы три столбика наши провязали, сделали воздушную петельку, накид и сюда же, в этот же столбик, да, ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Все, ряд закончен. Далее. Три воздушные петельки. Раз, два, три, поворот. И теперь наша с вами задача провязывать наши все столбики рельефными столбиками. Итак, смотрим. Накид. Окружаем вот таким вот образом наш столбик. Получается у нас столбик находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Называется рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Следующий столбик точно так же захватываем. Получается столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. И третий столбик точно так же провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть. Далее делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот этот наш получается арочка, столбик без накида, арочка пропускаем. И сразу же переключаемся к следующим трем столбикам. Это будет наши три рельефных лицевых столбика с накидом. Раз, два и три. Вот, рельефный. Потом, когда узорчик немножко подрастет, рельефность будет очень-очень хорошо видна. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И помните, у нас получается между нашими тремя столбиками, да, вот здесь вот, были две воздушные петельки. Так вот, ныряем вот в эту арочку и делаем столбик без накида. Есть. Опять 2 воздушные петельки. И следующие три столбика провязываем точно так же тремя рельефными лицевыми столбиками с накидом. Раз, 2 и 3. Угу. Вот. То есть это у нас половинка, да, вот непосредственно от этой картины. Есть. Далее повторяемся то же самое. Опять две воздушные петельки. Полностью пропускаем арочку, столбик, арочку и переключаемся сразу же на столбики. 3 столбика. Провязываем их как 3 рельефных лицевых столбика с накидом. То есть поймете принципы, потом дальше быстренько-быстренько провяжите. Дальше что мы делаем? 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот наша арочка. Помните, предыдущие 3 столбика, 3 столбика, между ними 2 воздушные петельки. Вот в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. И переключаемся на наши три столбика. И опять их провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. Все, ничего сложно. Таким образом, до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Вот у вас будет вырисовываться вот такая вот аккуратненькая красота. Угу. Давайте в конце ряда встречаю вас. Так, смотрите, провязали практически до конца. И как мы заканчиваем наш ряд? Получается, после трех рельефных столбиков мы делаем две воздушные петельки. Вот все так же, как мы делали, да, в предыдущих, получается, наших рельефных столбиках. И ныряем вот в последний, получается, столбик. И провязываем столбик без накида. Но теперь нам необходимо будет как-то выровнять наш, получается, ряд. Поэтому сами делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Поворот. Одна воздушная петелька. То есть по итогу 3 воздушные петельки. А теперь смотрите. Делаем накид. И получается там, где у нас был только что столбик без накида, ныряем в него. В него ныряем. Вытягиваем ниточку. Провязываем 2 петельки. Стоп. Ныряем опять накид, ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. И теперь провязываем все 3 петельки на крючке вместе. Раз, провязали. Одна воздушная петелька и переключаемся вот на эти наши 3 столбика. Мы должны сохранить рельефность, поэтому рельефные здесь столбики точно так же провязываем, но только изнаночными. Смотрите, накид, захватили крючком столбик вот таким образом, получается здесь у нас будет столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязали опять по 2 петельки. 2, 2 накид то же самое сделали со вторым столбиком то есть на столбик за крючком вытянули ниточку провязали по 2 петельки 2 2 и точно так же делаем с третьим столбиком вот у нас получается три рельефных изнаночных столбика с накидом изнаночные видно по изнанке что они составляют как бы начинают формировать вот такую горизонтальную полосочку а с лицевой стороны они все друг за дружкой вот так вот идут такими ровными ровными рядами Итак что делаем дальше Дальше получается, мы с вами должны будем плавно сразу же перепрыгнуть к следующим трем столбикам, то есть минуя вот эту вот арочку из двух воздушных петелек. Точно так же три рельефных изнаночных столбика с накидом. Раз, второй столбик, два и третий столбик, три. Поняли, да? То есть у нас получается столбики соединились. Вот они, один идет направляется ряд сюда, другой ряд навстречу. Понятно? Итак, провязали, получается, 3 рельефных изнаночных столбика с накидом, воздушная петелька. Далее, смотрите, делаем накид. И вот у нас получается столбик без накида предыдущего ряда. Ныряем в этот столбик, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязываем две петельки, стоп. То есть мы будем формировать точно такой же пышный столбик, как в самом начале. Когда у нас будет 3 петельки, мы провязываем их вместе. 2 воздушные петельки. И вот такой у нас пышный столбик получился. Сюда же делаем еще такой же второй пышный столбик. 2 петельки стоп, накид нырнули. 2 петельки стоп, 3 петельки провязали вместе. У нас, как бы получается, такая рогатка из пышных столбиков. Поняли, да? То есть, вот рогаточка. Воздушная петелька. И опять переключаемся к нашим рельефным столбикам. Мы договорились, что мы в этом ряду их провязываем изнаночными. Итак, накид. Захватили столбик. Столбик у нас находится за крючком вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. Второй столбик точно так же. Третий столбик точно так же. И сразу же, да, минуя вот эту арочку, сразу же перепрыгиваем к следующим столбикам. И провязываем еще три таких же столбика. Раз. 2 3 Понятно? Вот. Вот мы с вами провязали по 3 столбика, так, потом была а, из пышных столбиков, и опять по 3 столбика провязали. Далее у нас опять, повторяем, воздушная петелька, переключаемся вот на столбик без накида и провязываем пышный столбик. 2 петельки, 2 петельки провязали вместе, 2 воздушные петельки, опять пышный столбик делаем, 2 петельки, стоп, накид, 2 петельки, стоп, провязали все вместе, воздушная петелька, и переключились опять к нашим рельефным изнаночным столбикам с накидом. Понятно, да? Вот, смотрите, как получается. Давайте таким же образом до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, провязали практически до конца. Показываю, как заканчиваем наш ряд. Итак, мы провязали три рельефных изнаночных столбика с накидом. Далее делаем воздушную петельку. И смотрите, присоединяемся. Вот у нас здесь, получается, были петельки подъема. Присоединяемся к третьей петельке подъема и провязываем опять наш пышный столбик 1 2 петельки сюда же 2 петельки и все вместе провязали далее смотрите и заканчиваем получается сюда же делаем просто один обычный столбик с накидом все ряд наш закончился переключаемся на следующий ряд Итак, 3 воздушные петельки 1 2 3 поворот и смотрите накид Точно так же, откуда мы только что сделали 3 воздушные петельки, мы сюда же ныряем и опять делаем пышный столбик из двух столбиков. Раз. Провязали 2 петельки, стоп. Накид. Сюда же нырнули, вытянули точку. провязали 2 петельки, стоп. Теперь их все вместе провязали. Так. Воздушная петелька. И дальше у нас с вами будут идти 6 рельефных столбиков. Смотрим по узору, да. Видите, они у нас лицевые. Значит, мы их провязываем лицевыми, не запутайтесь. Итак, накид. Первый столбик захватили, то есть столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Второй столбик точно так же. Провязали 2, 2. Третий столбик точно так же. 2, 2. И сразу же четвертый столбик. Мы же в прошлом ряду подготовились, да? Вот. И сразу же провязываем все 6 столбиков рельефными лицевыми столбиками с накидом. Вот видите, как они соединились, да? Справа и слева, и теперь идут вместе. Далее делаем воздушную петельку. Теперь смотрите: вот мы сделали арочку, которая у нас была между пышными столбиками. Вот такая вот рогаточка. И мы сейчас будем нырять в эту рогаточку. Итак, накид делаем точно такой же пышный столбик. две петельки стоп. Накид нырнули, вытянули две петельки стоп. Провязали все три петельки вместе. Теперь 2 воздушные петельки. И сюда же ныряем. Опять в вот эту же арочку провязываем раз, два, 7 петельки 3 вместе провязали, далее 1 воздушная петелька и переключились на наши столбики рельефные. Их будет 6, 6 столбиков. Итак, первый столбик рельефный лицевой, столбик с накидом, второй такой же столбик, третий такой же столбик, 4 такой же столбик, 5 такой же столбик и шестой. Несложно, да? Вот, смотрите, что у вас получается. Вот, соединились наши столбики, соединились столбики, а между ними точно такая же рогаточка, как была в предыдущем ряду. Повторим. Воздушная петелька, вот она рогатка, вот она арочка, ныряем в арочку, пышный столбик. Провязываем 2 петельки, 2 петельки, 3 вместе, 2 воздушные, сюда же опять ныряем, опять 2 петельки провязали, стоп, накид, 2 петельки, стоп, Теперь три петельки вместе, воздушная. И опять переключились к нашим рельефным лицевым столбикам с накидом. Все понятно, да? Давайте. Вот таким вот образом до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Давайте у вас получится. Итак, смотрите, довязали, да, опять практически до конца, показываю, как заканчиваем ряд. После наших этих вот шести рельефных лицевых столбиков с накидом делаем воздушную петельку. И вот помните, да, у нас здесь получается было пышная получается столбик и один столбик с накидом так вот там где столбик с накидом мы провязываем за верхушку цепляемся до да? три петельки подъема у нас было и провязываем точно такой же пышный столбик раз сюда же 2 все три петельки 3 петельки провязываем вместе оп, и смотрите опять заканчиваем как сюда же просто обычный один столбик с накидом все вот наш получается ряд так заканчивается 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и сюда же в основании воздушных петель где мы начинали да сюда же мы опять делаем точно такой же пышный столбик 2 петельки 2 петельки и провязали все вместе воздушная петелька теперь вот эти все наши 6 столбиков рельефных. мы должны провязать рельефными изнаночными итак напомню как дальше будете самостоятельно итак захватили у нас получается столбик был за крючком и провязываем точно так же по 2 петельки накид захватили видите столбик за крючком вытянули ниточку провязываем по 2 петельки и точно так же провязываем все 6 да, наших рельефных изнаночных столбиков с накидом все ничего сложно получается между вот этими рельефными столбиками да вот наши вот эти рогаточки из пышных столбиков они так и будут провязываться одинаково вот 6 столбиков провязали вот у нас раз рогатка, 2 рогатка. Сейчас мы будем третью рогатку делать. Точно такую же. Воздушная петелька, нырнули варочку, провязали 2 петельки. Опять провязали 2 петельки. И сделали пышный столбик. Раз, 2 воздушные. И опять делаем пышный столбик. 2 петельки. Накид, 2 петельки. Провязали 3 петельки с крючка. Воздушная петелька опять переключились на наши 6 столбиков. Они у нас будут 6 рельефных изнаночных. Все понятно, да? То есть. Рогаточки так и остаются рогаточками, а рельефные столбики в этом ряду будут изнаночные. Все, до конца ряда. Давайте. Итак, смотрите. Опять провязали практически до конца. Да, видите, как четко видно, изнанка, да, найдет горизонтальными линиями. А лицевая сторона ровненькая. Итак, что делаем дальше? Смотрите, провязали мы опять наши 6 рельефных изнаночных столбиков с накидом. Далее идем. Воздушная петелька. И опять. Присоединяемся, вот у нас был пышный столбик, да, и три петельки, получается, подъема. Вот присоединяемся к третьей петельке и провязываем 5 пышный столбик, 2 петельки, накид сюда же 2 петельки, провязали все вместе и сюда же опять сделали один обычный столбик с накидом. Есть. Немножечко начинает меняться цвет, видно, да? Итак, делаем дальше 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. И сюда же опять ныряем, опять делаем точно такой же пышный столбик. Раз, два, все вместе провязали, воздушная петелька, и опять переключаемся к нашим рельефным, уже в этом ряду лицевым столбиком с накидом, и провязываем шесть рельефных лицевых столбиком с накидом. Два, три, четыре, пять. 6 и опять смотрите воздушная петелька ныряем опять нашу арочку и провязываем точно такие же рогатки с пышными столбиками да? провязали 2 воздушные петельки и опять точно такой же пышный столбик сюда раз два провязали воздушная петелька и опять переключились на рельефный лицевой столбик с накидом то есть получается с момента когда у нас столбики присоединились да, вот получается, они в этом ряду присоединяются, друг с дружкой соединяются. Дальше идут три подряд одинаковых ряда. Раз, два, три. С одной только как бы, ну, э, ну с одним отличием, что будут провязываться рельефные лицевые, рельефные изнаночные. Угу. Все, давайте точно так же до конца ряда провязывайте, а дальше узорчик немножко поменяется. Давайте. Так, смотрите, меняется цвет, да? Очень интересно получается. Итак, провязали мы последние наши. 6 рельефных, в этом случае лицевых столбиков с накидом. Воздушную петельку сделали, накид, опять пропускаем пышный наш столбик и в третью петельку подъема мы провязываем опять пышный столбик. Раз, сюда же, два и все три петельки вместе провязали, накид и сюда же провязали столбик с накидом. Есть. Угу. Закончили ряд. Далее смотрите, делаем 2 воздушные петельки, раз, два Поворот. И дальше получается, смотрите внимательно, будем вязать рельефными, получается, изнаночными столбиками. Смотрите как. Три первых столбика. Раз. Два. Три. А теперь, смотрите, делаем две воздушные петельки. Раз. Два. И, смотрите следующие три столбика, которые у нас идут рельефными, да, точно так же их провязываем, как три рельефных изнаночных столбика с накидом. Раз, два, три. Если посмотрите по схемке, получается, мы эти столбики начинаем разделять друг от дружки. Идем дальше. Две воздушные петельки. Вот арочка у нас из двух воздушных петелек. Ныряем в нее, провязываем столбик без накида. Две воздушные петельки и опять наши три первых столбика провязываем рельефными изнаночными столбиками с накидом. Раз, два, три, две воздушные петельки и еще три рельефных изнаночных столбика с накидом. Раз, два, три. Понятно, да? Опять две воздушные петельки, опять нырнули в арочку, да, вот это вот наши рогаточки из пышных столбиков, и провязываем столбик без накида. Две воздушные петельки, и опять переключаемся в наши рельефные столбики. Вот. Если вы внимательно посмотрите, да, сейчас внимательно посмотрите, то получается данный ряд, который мы вот только что с вами провязывали, данный ряд, он повторяет самый-самый первый ряд. Да, помните, там тоже не так же были. Только там были обычные столбики, не рельефные, да. 3 обычных столбика, 2 воздушные петельки, 3 обычных столбика, потом 2 воздушные петельки и столбик без накида. 2 воздушные петельки, опять 3 обычных столбика, 2 воздушные петельки, 3 обычных столбика. Здесь все то же самое, только мы, получается, немножечко сместили, да, вот где у нас был столбик без накида, теперь у нас вот так вот он сместился, так, и провязывайте уже рельефные столбики. Здесь были обычные, здесь рельефные. Все. Суть в чем, что получается, мы с вами провязали вертикальный раппорт узорчика, дальше будет только повторение, но просто будет с небольшим смещением. Итак, перед вами находится а, схемка, так, опять же, перед вами находится вязание, которое мы уже с вами провязали, то есть вы повторяете все то же самое, просто немножко будете сдвигать. Все, наш узорчик практически готов. Давайте встретимся через несколько рядочков, да, провяжем чуть-чуть побольше и посмотрим, что в итоге получается. Получится очень здорово. Давайте, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, какая красота. Провязала я, получается, несколько рядочков. Вот мы с вами провязали, да, рапорт один. Вот второй, получается, вот третий. Все ровненько, аккуратненько, объемненько, рельефненько. Конечно, будет узорчик, получается, односторонний. Это лицевая сторона, а это будет изнаночная. Видите, по изнаночке все рельефные столбики, да, они вот такие вот горизонтальными полосками. Но смотрите, все равно красиво, согласитесь, да? Видно весь рельефчик. Тем более еще ниточки так вот переходят друг к дружку. Интересно. Итак, что же это может быть? Я видела, конечно, узорчики такие на шапочках, на шарфиках. Можно, естественно, сделать свитер. Можно сделать кардиганчик. Можно сделать снуд. Да все что угодно. Жду ваши комментарии, куда можно использовать данный узорчик. Возможно, кто же им вязал. Рассказывайте свои впечатления. Я немножко так вот паром да, обдала, чтобы узорчик ровненько лежал. И так вот, чтобы красиво было. Давайте замерим, сколько у нас получается в сантиметрах. Так. Ну, то есть, если это же плотность вязания, да, это же крючок, это же пряжа. Так, получается, мы набирали 2 воздушные петельки, но это около 19,5 сантиметров И тут получается один рапорт у нас 6 рядов. Мы сделали 3, это получается 18 рядов, да, и один первый наборный ряд. Пусть это будет 19, посчитаем все вместе. Это получается у нас ну, практически 14 сантиметров до да, 13,8 сам по себе узорчик, смотрите, как тянется. Я считаю, что хорошо, что не взяли крючок потолще, да. Гляньте, как с этой стороны еще больше рельефа видно, да. Кстати, идея, да, можно и горизонтально его делать, узорчик, и вертикальный. Вот. И если возьмете, конечно, крючок потолще, да, для данной пряжи, то у вас узорчик будет ажурным. Если вы хотите такой, чтобы нежный, ажурненький, то, конечно, да, берите обязательно крючок потолще, как написано в рекомендациях, пятерочку, шестерочку. То есть мы остановились на троечке. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки свои, подписывайтесь, комментируйте и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появится новое видео. Под видео находится стрелочка Поделиться. Нажимайте на нее. Делитесь с своими друзьями, с своими подружками в соцсетях заранее. Спасибо большое. Ну и спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.